Действительно, Министерство обороны выделило для учреждений здравоохранения, где получают помощь больные с коронавирусной инфекцией, медицинское оборудование. Белорусская армия передала в больницы в том числе аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные ингаляционные станции, каждый из которых позволяет обеспечивать кислородную поддержку одновременно 20 пациентам. Что касается эпидемиологической ситуации в вооруженных силах, то на сегодня нам удается сохранить ее благоприятной. Нужно понимать, что вооруженные силы, несомненно, масштабный организм. Однако воинский коллектив, он по сути своей относительно изолирован, а значит, в общем-то, относительно безопасен. Мы прикладываем большие усилия для того, чтобы эту безопасность сохранить. Несколько недель назад мы ввели ограничения на перемещение воинских подразделений, на посещение военнослужащих. Мы просим родных пока не приезжать к ним в гости, на увольнительные, и развернули на каждом контрольно-пропускном пункте, в каждой воинской части, медицинские посты, где каждый военнослужащий контрактной службы, либо лица гражданского персонала, которые проходят на территорию части, да, ежедневно, они могут пройти медицинский осмотр и при необходимости измерить температуру. Я могу сказать, что эти меры, они, конечно, в том числе дают эффект.